начнем тянуть коммуникации. Вот четыре там. Они тут все нам разрушат, все перекопают. Все перекопают. Сколько же нужно надо будет проверить? А здесь что заем? Мы говорим, что нам деревья не нужны, а он говорит о том, что я вам поставлю торговый центр, вы будете приходить и покупать эти товары. Нам не надо. На каждом углу магазин. Вот понимаете, какое-то насилие получается. Мы против вырубки. Нет, мы поставим вам торговый центр. Это что такое? А вот у нас у дома на скамейке. Для нас это, или вы будете покупать вот этот наш табак? Как это так?